В России за сутки выявили 17 837 случаев коронавируса и 781 летальный исход. Впервые за 7 дней число новых зараженных опустилось ниже отметки в 18 тысяч. В Татарстане прирост инфицированных уже долгое время держится на уровне около полусотни случаев за сутки. Не стало исключением и утро вторника. За минувший день COVID-19 подтвердился у 51 жителя республики, из них 14 челнинцы. И если показатель заболеваемости показывает стабильность, то показатель смертности резко вырос. За сутки сразу 5 летальных исходов. По официальным данным, с начала пандемии болезнь диагностировали у 26 166 татарстанцев, 709 ковид-пациентов скончались.